кто придумал нам время? Перед казнью нам Бруно поведал давно, что секунды, минуты, столетия одинаковы, неотличимы, ничто, миг в сравнении с дремлющей вечностью. Он сказал: у Вселенной деления нет ни на прошлое, ни предстоящее. У Вселенной есть только одно – бытие. Бесконечное есть настоящее. Догадался Джордано, что вечен в своей жизни мир идеальный, мир смыслов. Ну а наш бренный мир, мир страстей и вещей, исчезает во времени быстро. Кто придумал нам время? Когда и зачем? Для чего это непостоянство? Чтобы мы появлялись, взрослели, затем насовсем исчезали в пространстве? Если б не было времени, было б тогда все прекрасно и очень толково. Спешить некуда. Юность и вечность всегда с тобой рядом, всегда под рукою. А со временем некогда лясы точить. Все успеть надо до подземелья. Перепробовать надо все блага земли, все познать варианты похмелья. Надо драться за самок, за власть, за еду, за удобное место под солнцем. Думать некогда, жизнь тратить на ерунду, на идеи и на беспокойство, что не станешь никем, проживешь просто так, не сумев воплотиться в призвание, как какой-нибудь мудрый и шустрый червяк, ротоанусное телосуществование. Или, может быть, время придумали нам, чтобы мы приобщились к идеям, к тем, что вечны, к тем, что живут где-то там, в бесконечных просторах Вселенной. Чтобы успели хоть что-то создать за всю жизнь, воплотить в чем-то наши идеи. Чтобы наши идеи попали в регистр, в тот, где смыслы живут не старее. И тем самым продлили бы и нашу жизнь, прихватив часть души нашей в вечность. Может, в этом Создателя главная мысль, что нас временем очеловечил? Чтобы вырвались мы из капкана вещей, из животного сперматоцарства, осознали себя, осознали, что есть вечный мир, можно стать его частью. В том и трудность, что все совместить надо нам, и попробовать блага земные, и идеи успеть воплотить, чтобы там, во Вселенной, мы стали своими. Существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.